Здравствуйте, уважаемые зрители, и я приветствую вас на нашем канале. Просим оценить видео лайком и подпиской на канал. Обязательно нажмите на колокольчик и выберите все уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Каждый день мы получаем трагические новости из мира шоу-бизнеса, политики и спорта, из России, дальнего и ближнего зарубежья. Потеря своих кумиров для многих людей является страшной трагедией, потому что для них медийные личности воспринимаются как свои родные люди. Когда уходят кумиры в возрасте, люди понимают, что жизнь конечна, и любой человек закончит свою жизнь одинаково. Но когда уходят совсем молодые кумиры, кому нет и 30 лет, каждый человек задается вопросом, а почему же так несправедлива эта жизнь? Герой сегодняшнего нашего видео совсем молодой человек. Ему было 27 лет. Он известный медийный человек в России и в ближнем зарубежье. Он был красив, молод и перспективен. Через несколько дней у него должна была состояться свадьба. В этот трагический день ничего для нашего героя не предвещало плохого. Был обычный день, и он чувствовал себя до 19 часов вечера очень даже неплохо. Как всегда, самое страшное случается неожиданно и без всякого повода. Накануне вечером в 19 часов по местному времени внезапно на футбольном поле скончался звезда футбольной команды «Металлист», звезда сборной Украины, футболист Денис Барвинко. По предварительным прогнозам медикам, смерть наступила в результате резкого скачка сахара. Футболиста поместили в кому на несколько часов, но, к сожалению, Денис умер, не выходя из комы.